Знаем адрес сайта мы один. Это электронный гражданин. Для работников культуры, для иной какой структуры, будь ты холост или семьянин. Для работников культуры, для иной какой структуры, будь ты холост или семьянин. Можно президенту написать, о своих идеях рассказать. Как устроить жизнь России, чтобы были все счастливы, и в приемную ему послать. Если муж храпит у вас порой, или есть проблемы с детворой, все вопросы разрешимы, нужен адрес лишь один. Это электронный гражданин. Если в доме крыша протекла, не бежит горячая вода, зубарит сосед все строит, в общем что-то беспокоит, без сомнения быстро в сот тогда. Если без работы ты сейчас, то портал вакансию припас. Если не растет зарплата и смущает вас квартплата, здесь ответов есть большой запас. В интернет заходим, не спешим, ищем электронный гражданин. Все проблемы разрешимы, на вопрос ответ дадим. Вам на инфо 51. Все проблемы разрешимы, на вопрос ответ дадим. Вам на инфо 51.